По подозрению в чем вас задержали сотрудники полиции? По подозрению коней, по краже коней. А в общей сложности сколько удалось похитить коней? 26 было, 26 загнали. В дальнейшем-то как намеревались распорядиться украденными конями? Продать их. Сколько обещали вам? За взрослую особь 40, и там 30, 20. Сотрудники полиции задержали меня по подозрению в краже лошадей. В загоне лошадей, в загон, был введен в заблуждение, что загоняются знакомого лошади. Наших лошадей нашли, мы живем этим, и не знаю, если бы не они, что было, сколько переживаний, сколько хлопот было. Конечно, сделали работу хорошую, так, вытащили наших лошадей, целый косяк был. Конечно, благодарна им за это, за то, что так сработали оперативно. Что можно сказать? Красиво ребята так отработали, но можно только благодарность, а так бы сколько мучились бы, сколько искали бы, нервы туда-сюда, а здесь раз.